Как, вы не все сказали? Браво! Какой он классный ведущий! Не так, подожди, превосход это было слово. Превосход. Все, молодчиночка. Ну и теперь у нас такой вопрос. Скажите, есть ли в зале пара, у которой свадьба была не так уж и давно? Правда, вот мы сегодня на свадьбе. Два года назад была свадьба, да? 14 октября. С кем? Вот с этим красавцем, да? А есть еще пара, у которой может быть меньше результата из присутствующих? Нет, ну походу нет. 2 года это самое. Сколько? 3 чего? А, года, нет. Нет, это понятно. Это сегодня у нас нулевая отметка.